motherfucker. Кого я вижу, кого я слышу? WhatsApp, Олежа, Арби, здравствуй, Сергей Гаврилов пишет. Здравствуйте, Сережа. Да, сегодня у нас Арби в гостях, ребятки. Сколько лет, сколько зим. Даник спрашивает, можно с нами? Конечно, можно. Че, куда, в рожок? А выбирай сам. Хочешь в пирожок, хочешь в рожок. Ты хотел подольше пожить, да? Ну, типа того. Давай тогда куда-нибудь. В починке. Ну, если ты хочешь подольше пожить, то давай куда-нибудь сюда попробуем. Ладно, давай, знаешь, куда? Давай вот сюда. Куда? А вот точку поставил. Не думаю, что мы там долго проживем. Ну, давай сюда тогда. Давай. Здесь толерантные читеры, есть откровенные... Пидоры. А, спасибо, да. Нельзя? А что? Маты банят, что ли? Ну, как бы, ты знаешь, у нас европейско-толерантное общество. Ой. Распишил. Так, писюганчик, револьвер. А писюганчик можно говорить? Ну да, писюганчик, это же пистолет. Пистолетик, просто маленький, понимаешь, не вырос еще. Ну, помню, короче, с Даником тоже рубились. Без матов? Без матов вообще просто. Да, не, осуждаю. Вы на одну катку? В смысле на одну катку? Мы на две. Может быть и на три, да. Да все, все. О, смотри, церковь. Это меня Вин Дизель научил так водить. Да. Все, погнали. Так и говори, что пересматриваешь мои видео. О, ух ты, блин, вышел на улицу, а тут бомбежка. Пожалуй, я зайду обратно. О, прилетело прям в меня. Да? Угу. Ну, крышу только разбило, а так. Ты же знаешь, мне граната нипочем. Живой? Да. Когда я режу лук, он плачет. Пошла заварушка. Я побежал. Ты куда? Кого? Эх, ты жопа ж не врешь, не уйдешь. Ты кого там преследуешь? Убил. Вот, забегая в тот дом, в котором видел чувака. Я его попугаю немного. Ох, это ты стрелял? Это я его попугаю. Охренеть, обосрался-то я в итоге? Дай ему этот сюрприз закину на второй этаж. Закидывай. Давай-ка я ему еще один сюрприз закину. Тихо, тут уже я. Так, никого нет, он ушел, походу. А он там в поле за стеном. Марби, ты суперстар. Yes, of course. Да, вот прям, честное слово, я сам рад был. Я там аж... Прям прыгал от счастья, когда услышал его в микрофон. Я такой, это ты! Правда ты! Так, моя же фигня была. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Откуда вам? Не могу пока понять, откуда вас. Слышу, но не вижу. О. Сейчас. Навскидку стрелял сквозь кусты и убил. Тихо. Кто-то еще. Думаешь? А, это мои шаги. Побежали, Арби. Что такое? Да я повернулся посмотреть, а там пелена синяя перед глазами. А я думал, ты опять мизинцем ударился. Да не, это я в прошлый раз сделал. У меня уже нет мизинца. Убит. А, нет, ты его убивает игрока, нифига, короче, ты вообще прям дерзкий. Фу, лох, умер прям за контейнер. Так меня обгонишь, короче. Так, у меня уже 5 кило. В смысле? Ты чё? А когда это мы, простите, успели это сделать? Я просто буду... Закрою глаза и буду молиться. Нет, не показалось, пацаны. Ты что, разве не, тебе не говорили, что если клеточка движется, надо стрелять в нее? У меня все клеточки движутся. Все клеточки движутся. Не стреляй же у него все клеточки. Просто ноутбук берешь, об стол бьешь. Велик шанс, что ты где-то кого-то поразишь. Да, я сломаю интернет, что. Выключится, и как люди играть будут. Мне кажется, ты максимум, что сделаешь, это сломаешь стол. Или руку. Или руку, да. Опять. Нет, ты сломаешь стол, потом дальше по инерции ноутбук полетит в правую ногу, проломит тебе коленную чашечку, да, пролетит насквозь, ударится об заднюю стенку и начнет прыгать, как попрыгунчик в закрытом помещении. Будет много жертв, потом он пробьет крышу, вылетит и пойдет путешествовать по всей земле.
наступит всемирный апокалипсис. Потому что... достигнет скорости света. Да-да. Выйдет в открытый космос. Да. И так была уничтожена Вселенная. Поэтому я так не делал. Поэтому я себе ломаю руку, да? Просто ломаю руку. Я просто ломаю руку, да, в ногу. Мне достаточно. Потом подходишь в слезах к ноутбуку и такой: теперь ты доволен! Посмотри! Посмотри! Ты этого хотел! Вот! Ты теперь доволен! Потом я подаю на него в суд, правильно? Да, оставляешь детей себе. О, мне показалось, что вот это блестящее чудо, это я. И тут я проснулся. И тут я проснулся, да. Сань, вставай, ты обосрался, да. Быстрее, Олежа, Олежа, давай, сделай бум. Вчера. У меня такое ощущение, как будто когда выстрелило это оружие. Весь мир содрогнулся. Ну да. Просто подо мной разошлась такая звуковая волна. Полетели? Прям камнем вниз. Чё нам-то? А? С нами еще. О, пацаны, не, аниме, до свидания. Давай левее принимай. Вот сюда, вот сюда, влево, 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 влево. Если я сейчас сниму... нормально. Так, ну в принципе, я, возможно, готов пойти воевать. Блин, я знаю, на что похоже это, типа, эта игра. На что? Это как конкретно? Это, короче, Far Cry 1 или 3. Да. Вообще как. Давайте сегодня, говорит, 22:30 поиграем в CS. Не знаю, буду я стримить. Возможно, я стримить не буду. Ты Евген? Да, возможно, у меня опять игра не запустится. Возможно, мы перенесем все еще на год вперед. Уже, как всегда, в своем репертуаре. It's CS. Вот такое, понял. Почему у меня сопля из рта течет? В реале или... Когда тебе исполнится 25, то все пройдет. С возрастом проходит. Дело лишь, что я этого не слышал. А, вы еще дальше пошли? Ну тогда... Сразу беги туда. Хорошо. О, слышу тело. Да, мадафака, прям. Подожди, если одно тело есть, то есть второе, да? Есть и третье, да, я тебе скажу больше, да. Логишь, добивай прицел. Опа, вижу тело. Тоже о, вижу. Бот. Блядь, не перезарядился, твою мать. 80. А, это Терби. Не стреляй, я сюда. А у меня бывает, кстати, я могу на автомате, знаешь, развернуться, стрельнуть, потом спросить. О, слева кто стрелял? Это не наш. Сзади, Арби по нам стреляет, сзади, с жопы. Я не вижу пока. Ох, прям, свистит. Вот. Да, сучка. И где-то еще был прямо вот впереди. Пока не вижу. Вот где-то вот здесь вот, точку желтую поставил. Вот он. Арби, Мадонна, васап, пишет тебе Юра. Юра, васап! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Справа. Ох ты, я раненый. Я раненый. Пардонте. Убил одного. Хера заруба. Воу-воу-воу. Откуда вы? Так, повалил. Рядом со мной двое. Одного я повалил, который ближе к забору был. Меня обходят. Убил. Сзади. Патроны. Там труп холодный. Нет, он еще не холодный. Вот здесь вот еще было тело, желтая точка. Недобитая. И вот тут вот еще было поваленное. Я его не убил. Вон он ползет. Смотри, а? Саново дрыщ. Все, да, убил. Проверьте, там, где забор еще, чувачка, там недобитый был, я его повалил, но не добил. Фух, нихера, короче, они такие, понял? Спортивные. Падение устроили. Тихо, он прям здесь где-то. Вот, вижу его. Вижу. Он где дерево, да? За камнем где-то. Нет, он где дерево, вот тут вот прям метку ставлю. Последний раз видел, он за дерево. Ой, он ко мне подбежал. Ух, нифига! В натуре. Это патроны закончились. Мимо меня, прикинь. Но с зеркалкой. Нам нужно наверх, ребят. 5. 4. 3.
два, один. О, вижу, перед нами. О, блядь, ушел за камень. Слушай, это вот он только что здесь пробегал. Лежать бояться. Убил? Да, видел. Все. Вижу. Где? Подожди, не стрелять только. Средняя кнопка мыши. Средняя кнопка мыши. Убил. Кстати, надо спину смотреть хорошенько. Да-да-да, я ж поэтому по кругу. Ну давайте. Так, вижу, тело бежит. А, вижу. О! Точечка. Упал, упал. А какого цвета? Кто поставил? Убил. Убил, убил. У меня же кемпедра, алло. У меня такая же фигня. Так у меня еще и с глушителем. Меня не слышно и не видно на карте. О, еще один, в дом зашел. Какой? Какой? Вон там. Синяя точка, еще один, да? Бежит, бежит, бежит. А, вижу. Умри. Ай, собака. Дальше побежал. Да, да, да. Камням побежал. Где-то вот в том районе. Желтая точка. В доме, в доме, в доме, в доме. Вышел из дома, вышел. На левую сторону дома пошел. С левой стороны вон он. Вышел. На дорогу пошел. Убил. Кто-то гасит. Еще кто-то гасит, пацаны. Со стороны вышел. С правой стороны, да. Не сильно не высовывайся. И поглядывай. Вот, вижу тех, кто справа. Вот здесь вот был, ушел за правый большой дом. Ближний. Да, смотри, желтую точку поставил, видишь? Вон, побежал уже пацан, вон побежал пацан. Вон бежит, точку перемещаю за ним. Круг. Да, блин, что ж минус один. Ой, бляха, зона, 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 зона пошла. Зона. Минус, чувак. Зона. Где? 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 Вот прям сзади, со спины, за камень. Убил? Вот. Нет, я... Положил, 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 положил. Там еще один, значит. Нет, не думаю. Мы теперь движемся на следующую точку. Вот там типы. Вон, 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 тип, вижу. Ух, по мне стреляют, по мне стреляют, по мне стреляют. Нет, прям по мне стреляли. Это прям по мне. Так, вы просто винтовки с одним калибром набрали, вот и не хватает. Согласен, да. Да, 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 да. На холм занимайте позиции. Я буду чекать пока слева. Мало ли, вдруг он побежит, и я их отстреляю. Домов, говоришь, убил, да? Да. Вот здесь вот, возможно, будут типы. Ну, точнее, один точно есть. Я медленно иду, чекаю. Я холм туда зачекаю. Но если он бежал без остановки... Я по над зоной иду. Здесь вроде нет. Так. Вот, бежит ко мне, подбегает. Слева, слева от меня. Вот прямо. Вот, 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 за деревом. За каким деревом? Вот, ага, все. Матч завершен, поздравляю. Да ладно? Все, что ли? Топ-1, да. Блин, Арби, ну огромное тебе спасибо, что ты зашел. Ты на самом деле... А вам тоже, я... может, завтра еще поиграем? Да, не вопрос, можешь не всегда писать. Ты вообще на самом деле очень... очень редкий и очень дорогой гость для нас, для всех, для всех ребят, все тебя знают, все хотят, чтобы ты вернулся на YouTube, я тоже этого хочу, так что заходи, если не сам, то через меня будем с ребятами держать связь, выходить на стримы и на общение. Я буду обязательно заходить, в группе писать. Мы ждем. Да, да, обязательно. Все, всех люблю, давайте. Взаимно, пока, спасибо. I didn't know about you.